Приветствую вас, друзья! С вами Евгения Таро и сайт MagExpert.org, и вы на проекте «Карта дня». В сентябре мы работаем с оракулом «Книга Луны». Это оракул, построенный на символах лунного календаря. И для того, чтобы сегодня, 8 сентября, принять участие в этом проекте, вам необходимо попросить совета или рекомендации от этих карт на сегодняшний день и выбрать одну из трех лежащих на столе карт. Что ж, делайте ваш выбор. Я немножко подожду. И будем смотреть, что нам досталось. Готовы? Тогда я переворачиваю карты. Тем, кто выбрал первую карту, достался символ «Змей-искуситель». Угу. Для тех, кто выбрал вторую карту, «Лунное затмение». Ну а для тех, кто выбрал третью карту, вау, «Рог изобилия». Круто! Давайте я покажу вам эти карты поближе. Это вот «Змей-искуситель» с яблочком. Это карта «Лунное затмение» и карта «Рог изобилия». Итак, первая карта. «Змей-искуситель» соответствует 15-м лунным суткам. Также этим суткам соответствуют символы «Шакал» и «Борец с нечистью». Общее направление дня. Этот день называют «Днем Анубиса». Ну, Анубис – это египетский бог подземного царства, насколько я помню. Он часто приходится на полнолуние, когда в организме пробуждаются огромные силы, которые трудно осознать. Это время астральных битв и искушения плоти, поэтому еще этот день считают сатанинским. Внутренний змей толкает человека на путь греха, поток энергии зовет к разгулу и всяческим соблазнам. Это может привести к разрушению астрала. В битве с искушениями человек должен соблюдать внутреннюю и внешнюю чистоту, побеждать свою плоть, проявляя аскетизм во всем. Особенно это касается сексуальных отношений. Нельзя поддаваться низменным инстинктам. Проявите смирение и чувство справедливости. Этот день вещих снов, которые могут дать подсказку, как разрешить ту или иную проблему. От себя могу сказать, что символ змея, конечно, очень непростой символ, у него очень много значений, и нельзя его сводить исключительно только к искушениям и соблазнам. Я думаю, что те, кто практикует работу с картами Ленорман, хорошо осведомлены о том, что такое карта змей или змея. Уж я не буду здесь перечислять их значения, есть отдельно на моем канале видео со значениями карт Ленорман, перейдите, посмотрите, что это за символ такой. Но главная черта, конечно же, этого символа – соблазн. Так что вы в этот день можете действительно столкнуться с каким-то искушением, соблазном, и вам придется очень сильно с собой бороться. Рекомендации этой карты. Самоконтроль поможет достигнуть своих целей. Не потакайте своим желаниям и страстям, не впадайте в зависимость от других. Тогда вы сможете направить мощную энергию этого дня в позитивное русло. Проявите в общении с людьми змеиную мудрость и гибкость. Вот одно из значений змеи – мудрость и гибкость, изворотливость, коварство. Возможно, для решения проблем вам потребуется помощь психолога. Ну или же медика, поскольку карта змея так или иначе, точнее, символ змея так или иначе связан с медициной, с фармакологией. Поэтому не исключено, конечно же, обращение в медицинские учреждения за помощью. Тем, кто выбрал вторую карту, достался символ лунного затмения. С глубокой древности затмения считались роковыми событиями, которые вызваны гневом богов на людей. Хитрые жрецы, умевшие рассчитывать время затмений, умело манипулировали этим в своих целях и запугивали необразованный народ. Конечно, нам не стоит уподобляться невежественным предкам и предаваться страху, но магический смысл затмений стоит все-таки учитывать. Дело в том, что в момент затмения уничтожаются старые подсознательные программы и формируются новые, поэтому можно активно моделировать и программировать свое будущее. Вот этим сегодня и займитесь. Именно в такие дни можно успешно решать кармические проблемы. Интересно, что в момент затмения центр Луны, отвечающий за подсознание человека, и центр Солнца, отвечающего за сознание, оказываются на одном уровне. Это помогает осознать свои подсознательные проблемы и комплексы, выявить ложные цели. Не все могут это выдержать, поэтому во время затмений обостряются депрессии и болезни.
Однако, если речь не идет о людях с повышенной возбудимостью и депрессивными наклонностями, всем остальным можно использовать энергию затмений только себе во благо. Лунное затмение подходит для изменения психологических установок. И карты затмений показывают вмешательство судьбы в ту или иную сферу жизни человека. Как правило, лунное затмение говорит о том, что от человека в данной ситуации почти ничего не зависит. Рекомендация лунного затмения. Не стоит долго раздумывать, как поступить, поскольку сейчас от вас ничего не зависит. Лучше смиренно принять то, что посылает вам космос. Этот вариант событий был заранее предначертан, и это результат вашей кармы, ваших предыдущих действий. Приняв и пережив данный этап, в будущем вы сможете настроиться на перемены. Ну и третья карта, самая замечательная на сегодняшний день, как мне кажется, это рог изобилия, который соответствует вторым лунным суткам, а также этим суткам соответствуют такие символы, как рот, пасть, харибда, левиафан и кит. Общее направление дня. Этот день благоприятен для предварительной подготовки любых дел, творческих замыслов, научных исследований, а также поездок, командировок и путешествий. Однако следует во всем быть благоразумным, чтобы не допустить фанатизма. Еще хорошо в этот день проявлять доброту и щедрость, так как злость и алчность будут наказаны. Отдайте все, что у вас попросят. Купите все, что хотели бы приобрести, о чем мечтали. Это своеобразное жертвоприношение будущему успеху. То есть сегодня нужно быть щедрым. И не только по отношению к другим людям, а и по отношению к себе в первую очередь. Все, что вы сегодня покупаете, это инвестиции в ваше светлое будущее. Рекомендация этой карты – проявите щедрость, порадуйте себя тем, что доставляет вам удовольствие, и вы сможете привлечь в свою жизнь материальное благополучие. Займитесь активным отдыхом, фитнесом или спортивными играми на природе. Накопите побольше информации по важному вопросу, и скоро к вам придет решение. Я бы еще от себя посоветовала сегодня хорошую диету для вас, то есть не ограничение в пище, а хорошую, сбалансированную, приятную для вас еду, которая вас не только бы насытила, но и порадовала в том числе. В общем-то, эта карта мне напомнила чем-то шестерку пентаклей в колоде Таро, которая, как известно, очень и очень щедрая на подарки карта. Поэтому сегодня можно ожидать каких-то подарочков. И если никто другой подарочка вам не сделает, сделайте этот подарочек себе сами. Окей? Договорились? Ну, смотрите, вы мне обещали. Что ж, друзья, вот такие нам на сегодня с вами достались карты. Я надеюсь, что их рекомендации пойдут нам во благо. Желаю вам успешного, удачного дня. Жду ваших комментариев и встретимся завтра. Пока-пока. Не забывайте ставить лайки.